Всем привет! Это обзор 13 серии шоу «Пацанки», 5 сезон. Эта серия состоит из трех частей: «Преображение», «Психология» и «Поездка домой». Преображением пацанок занимался стилист, который покорил мое сердце. Он настолько чувствует людей и настолько деликатен, не являясь психологом, стал лучшим психологом этого сезона. Нельзя сказать, что кто-то кардинально изменился, но при этом все стали красивее. Особенно Белла и Костя. А Ксюшу и Настю я уже видела такими. Причем до шоу, поэтому не удивлена. В этой серии всплыл психолог. Весь сезон не было психолога. Сейчас опомнились. На психологии пацанки просили друг у друга прощения. Не факт, что прощение, попрошенное по заданию, искренне. Третья часть была самая интересная. Понравилось, что девушкам давали задания, которые были способны изменить их будущее. Ксюша забрала документы, где училась до шоу, поступила на актрису. Костя сходила в магазин, где 3 месяца назад украла футболку, извинилась перед работниками магазина. Настя ушла из боев без правил. А задание выселить дядю от бабушки было лишнее. Это дело бабушки, с кем ей жить. Настя там не живет. Насколько я помню, бабушка и так не любит Настю. А если бы она еще выгнала единственного сыночка на улицу, то что бы было? Белла прошла собеседование, ее взяли на стажировку. Девушка приготовила для родных ужин. Лишь Анжелика провалила все испытания. Ее не взяли на работу, а второе испытание было некорректное. Ей предложили встретиться с братьями, которые, со слов Анжелики, ее домогались, и с ними устроить фотосессию. Жесть. Поэтому в начале следующей серии уйдет Анжелика. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!